Сегодня в половине первого ночи энергетики филиала Россети «Северный Кавказ Дагэнерго» вернули энергоснабжение в дома жителей Каспийска, которые остались без электроэнергии в ходе ЧП на подстанции. Более 50 специалистов работали в круглосуточном режиме в течение двух дней. Напомним, что возгорание на закрытом распределительном устройстве подстанции произошло ночью 15 января. После ликвидации пожара энергетики сразу приступили к восстановительным мероприятиям. В ходе диагностики были выявлены серьезные повреждения второго силового трансформатора. Для оперативного устранения последствий ЧП на объект доставили необходимое оборудование из Махачкалы и Хасавюрта. После возобновления функционирования распредустройств на подстанции и включения нового трансформатора, 11 социально значимых объектов и 75% потребителей смогли получить энергоснабжение. На данный момент специалисты продолжают работу по мониторингу состояния оборудования подстанции. Анастасия Колесникова, Марбек Газиев, новости. Телеканал «Среда».